необходимо цветы полить. Не все, только те, которые просят полива. Я вам объясняла, как проверять, нуждается ли цветок в поливе или нет. Сейчас покажу еще. Если смотрите вот так, видите, палец запачкался. Поэтому это растение не стоит поливать. Просто поговорите с ним, обласкайте его и оставьте до следующего раза. Потому что лишний полив только для полива. Я использую дождевую воду, но октябрь, на улице холодно, только прошел вот дождь. Вчера шел дождь целые сутки. И обратите внимание, я специально так говорю, чтобы вы на это обратили внимание. Холодной водой поливать нельзя. Поэтому я добавляю подогретую воду. Необходимо, чтобы вода для полива была комнатной температуры. Не горячая, не теплая, а комнатной температуры. Ну, сейчас посмотрю. Да, терпимо, где-то градусов 18 должно быть. И сейчас опять добавлю вот это удобрение. Я пользуюсь им довольно редко. Некоторые меня спрашивают, где вы покупаете. Ищите в агромагазинах. Должны быть хорошие удобрения. Я добавляю пол ложечки на одно, потому что там мало воды. И пол ложечки на другое. Хорошо размешиваю. И сейчас буду поливать цветы. В этом ведре, видите, темная вода. Там у меня спитый кофе. И я оставляю, потому как это тоже очень хорошее поливаю удобрение. Я только те цветы, которые нуждаются в поливе. Я показывала, как я пересаживала деревце авокадо. Почему я его сейчас поливаю? Вроде бы и не требует здесь полива, но посмотрела на листья. Видите? Немножко вялые. А такого не должно быть. Вот такие. За лето, конечно, выросли листья. Хорошо. Видите? И после пересадки оно себя чувствует нормально. Но вот требует дополнительного полива, требует корни. Поэтому и поливаю.